С недавних пор данные обо всех прививках ребенка можно узнать из электронной карты, которая хранится в единой медицинской информационно-аналитической системе Московской области. На днях появилась функция, с помощью которой есть возможность заказать необходимые справки о вакцинации. Идти в поликлинику и брать бумажный документ теперь необходимости нет. Однако работа по ЭМИАС осуществляется только с детьми, которые прикреплены к детской поликлинике Ленинского городского округа. Для этого надо будет войти в личный кабинет школьного портала, значит, сделать заявку, затем оформить бланк, заполнить этот бланк, и в течение 2-5 дней эта справка будет готова. Сегодняшняя прививка для первоклассников 5-й Видновской школы также попадет в ЭМИАС. Ребят вакцинировали от дифтерии и слабняка. Первую фазу препаратов они получили еще в детском саду. Не больно, не страшно? Не больно. И не страшно. Доктора отмечают, дети стали куда более смелыми, врачи и уколов почти не боятся. Никогда не боитесь прививок. Это понимают даже дети. Сегодня вакцину получили 11 первоклашек. Полчаса после прививки ребята находятся в медицинском кабинете, где за их состоянием наблюдают врачи. Измеряют температуру, слушают сердце, чтобы исключить появление побочных эффектов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.